Я сейчас хочу взорвать информационную бомбу. Все знают, что Украина вымирает. И этот процесс все интенсивнее становится с каждым годом. Пройдет совсем немного времени, и на Украине не останется коренного населения. Что делать? Только один человек в нашей стране знает, как остановить этот процесс. Этот человек я. Профессор Апанасьев Геннадий Леонидович. 40 лет я работаю над проблемой здоровья. Мы разработали методику измерения здоровья, управления здоровьем, открыли несколько новых совершенно феноменов. Мы знаем, что такое безопасный уровень здоровья. И наша конечная цель – перевести основную массу украинской популяции в безопасную зону здоровья. Это не имеет никакого отношения ни к лекарствам, ни к операциям, ни к тем более другим, более радикальным медицинским воздействиям. Это все есть. Берите, пожалуйста, здоровейте.